я уже начал разговоры вести. То есть мы начали вести наши кнопочки. То есть эта кнопочка должна быть всегда в таком положении, чтобы он шел бы тут. Он подвынька шла. Подвынька шла. Да, это то есть направо. Вот. Вот так вот. Вот. Это отличает рычаг за задачу пока. Это у нас тоже за задачу пока. После чего. Это у нас тоже за задачу пока. Отличает. Это величина, то же самое, как и это, то же самое и вот это уже за подачу тока, и это симпатия, то же самое. Главное у нас это, самое главное рычаг вот такой, даже в таком положении быть. За подачу тока, то есть сюда, в эту сторону, ну и тут у нас. Но все равно, когда ракетка идет в эту сторону, выступает в эту путь, вот сюда, и он открывается автоматически, даже если у нас выключено. Кнопка, ой, да, если датчиком активирует, можно же. А фишка в том, что если выключить это, то есть никуда дальше уже не попадет, даже если на рычаг оставить это сюда. О-о. Это ж нифига. Так. Это рычаг, в общем, не рычаг, а датчик контактирует и это. Понятненько. Это вот случайно.